Редакцию телеканала «Видное ТВ» и газеты «Видновские вести» посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. За чашечкой чая поговорили о работе, о героях сюжетов и статей и происходящем в Ленинском городском округе. На встрече обсудили, насколько сейчас вообще востребованы телевизионные и печатные СМИ. Владимир Жук поинтересовался у журналистов, с какими вопросами в редакцию обращаются жители. Затронули транспортные проблемы в муниципалитете, ремонт дорог, работу перевозчиков. Люди рассчитывают на автобус, а он не приходит, вовремя или вообще не приходит, то это беда. Люди опаздывают на работу, на электричку там и тому подобное. Обсудили масштабное строительство в муниципалитете, а также растущие как грибы, тут и там нестационарные торговые объекты. Надо смотреть разрешительную документацию и так далее. Но сейчас в связи с тем, еще, что сейчас же все проверки бизнеса запрещены, прокуратура не имеет права проверять ничего. Столько в случае каких-то острых, где-то опасность жизни и здоровья для людей, есть такие жалобы, тогда только так. А если просто проверить, то все запрещено, наложен полный мораторий. Поговорили о роли социальных сетей в освещении жизни в Ленинском городском округе, ребрендинге видновских вестей и о том, что в эфире телеканала «Видное ТВ» с сентября появится несколько авторских программ. Напоследок Владимир Жук поблагодарил сотрудников редакции за работу и помощь в освещении важных для каждого жителя муниципалитета тем.